Очень приятно работалось в этом подготовительном периоде с девушками. Почему? Потому что все выкладывались максимально на 100%. Я могу сказать, что у нас один был только полный выходной день. Я не считаю перелетов, переездов. Тоже очень тяжело было, но тем не менее. Вот. Но девушки полностью выкладывались на тренировках, каждая. Очень приятно было работать, поэтому я говорю, очень тяжело было выбрать 12 человек, которые поедут во Францию. Я девушкам сказал, наша сила в нашей команде. Мы не должны никого не бояться, мы должны подходить с полным респектом к противнику, но не бояться. Тем не менее, остальное все решит то, что мы сделали перед сезоном, перед чемпионатом, то, что столько, сколько сил потратили девчонки и силы, и здоровья. Вот, это все должно запроцентировать. Поэтому девушкам сказал, что мы едем, мы должны выиграть со всеми, с кем мы будем играть. Вот это основное, мы должны настраиваться на победу. Мы должны поставить перед собой невозможные цели, чтобы получить по максимуму. Это самое главное. Понятно, что Турция сильная команда. Это самый высокий уровень европейского баскетбола. Вот, очень известные игроки, которые играют в разных сильных клубах, в том числе и в турецких, естественно, там, где сильная лига. Словакия, они делали омоложение 2-3 года, то есть они идут по возрастающей. И если идет речь о Черногории, то на предыдущем чемпионате Европы они были темная лошадка, скажем так. И я как раз был это в Польше, проходил, я смотрел все игры. То есть очень опытная команда. На сегодняшний день, да, там играет 7 человек основных, но тем не менее это очень сильная команда. Так что легкой переправы у нас не будет, но тем не менее, я же говорю, все время об этом разговариваем, все в наших руках.